Традиционный турнир по стрельбе из лука в очередной раз принимал город над Бугом. Организаторы соревнований в лице представителей Брестской областной федерации по стрельбе из лука, Управления спорта и туризма Брестского облсполкома при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области смогли сделать эти состязания своеобразной визитной карточкой областного центра. Как председатель федерации по стрельбе из лука рад, что наш город держит высоко планку этого именно вида спортивных соревнований. Рад, что эти соревнования стали традиционными, поэтому хочу пожелать вам приятных впечатлений от нашего города, это прежде всего наших гостей из других регионов, из других стран. Вам спортивных удач. Погода, как мне сказал Борис Валентинович, самая благоприятная. То есть все, что могли, мы для вас сделали. Поэтому, ребята, удачи вам. В рамках турнира каждый спортсмен смог продемонстрировать свои возможности. Именно поэтому среди аттестаций личные, командные и общекомандные зачеты. И для организаторов, и для самих участников эти старты – хорошая возможность быть увиденными и услышанными. Наверное, поэтому сегодня стрельба из лука – один из перспективных видов спорта, куда постоянно приходят новые кадры. Вы знаете, много. Хотя, конечно, могу сказать, что у нас по медицинским показаниям молодежь – это начиная с 11 лет. Поэтому это уже вроде как спортсмены, дети, которые попробовали себя в разных видах спорта. Но в том числе, конечно, хотя любой тренер вам скажет, хотели бы больше, но это нормально совершенно. Я, в принципе, довольна этим видом спорта, потому что я нашла себя здесь. И пришла я где-то 4 года назад. Мне привела подруга, это чисто случайно. В принципе, я довольна очень. Обмен опытом и, конечно же, общение. Вот главные задачи, которые ставят перед собой организаторы, проводя подобные мероприятия в городе над Бугом. И достигать этих целей удается. А значит, будут новые старты и новые спортивные герои.